Раз, два, три. Вы будете трястись? Нет. Ну, давайте. Песня хорошая. Мы, короче, делаем операцию. Друзья, у меня небольшой анонс. С 1 августа 2024 года немножко цены поднялись. Кому-то неприятно, кому-то приятно. Но надо было делать операции раньше. Чуть-чуть. Клиника подняла цену немножко. И мы делаем операцию, и не все операции пока я делаю. Поэтому приходите на прием, я скажу, если вы моя пациентка, прямо вот скажу, можно сразу оперироваться. Если нет, то нет. Дальше. Что я хотел сказать. Мы сегодня оперировали пациента. Пациент молодой. У него нетипичная форма варикоза. Абсолютно нетипичная. Чем она нетипичная? Двойные стволы. Риск рецидива в таких случаях всегда выше бывает. Почему? Потому что мы удаляем ствол, да, а есть еще параллельный ствол. Мы сейчас удалили один, я сейчас еще буду ревизию следующую делать. Поэтому здесь не просто так вот взяли и ушили. Поэтому у нас чуть операция чуть дольше, чем обычно. Ну ничего страшного, пациент отдыхает. Как себя чувствуете? Прекрасно. Прекрасно, говорит. Сделайте мне тоже анестезию, хочу прекрасно. Нет. У меня анестезиолог вредный сегодня. Вот, и не сегодня, он и навсегда бывает вредный. Анестезистка у меня золото, девочка. Она красотка, вот без нее бывает скучно. Вот, он иногда мне приводит каких-то то усатых каких-то помощников себе. Я думал, анестезиста усатых. Нет, анестезиолога. Ой, анестезиста. Вот. Друзья, при нетипичной форме варикоза, особенно при тазовом варикозе, да, еще раз повторюсь, риск рецидива всегда выше при нетипичной форме. Почему? Мало того, что она не типично отходит, немного латеральный, в норме от паха до лодыжки, а у него немножко имеет другой ход. Плюс ко всему, у него как гусиная лапка, несколько стволов таких в устье. Это всегда сложно. Точно так же на пятке. Надо отдельно каждый ствол перевязать. Конечно, это дольше времени занимает выделить, рассечь, перевязать, удалить. Поэтому, ну, грубо говоря, как корень, к примеру, зубной, да, когда много корней, вместо там 3-8. Вот такая ситуация и у нашего пациента. Ничего в этом страшного нет, катастрофы нет, так как у него были 6 других операций, или 5, неважно, плюс-минус 1. Вот, поэтому из сложных операций по другой части. 24 года мальчику нашему, вот, и все. Но у него наследственная форма варикоза. Сейчас мы доделаем, нужно будет носить обязательно компрессионный трикотаж после этой операции, и пациента выпишем сегодня же через 4-5 часов после нашей операции, как в палату переведем. Вот. Пациент у нас в полном сознании, он чувствует только ногу, у нас финальная анестезия, препараты у нас только свои, крутые, хорошие, иглы тоже шикарные. Все хорошее, и анестезиолог как бы хороший, как бы. Главное, хирург, звезда звездей не бывает, галактика. Все, друзья, всем хорошего настроения, всех благ, до свидания.